Воплощение таухида. Тот, кто в действительности воплощает таухид, обязательно должен призывать к свидетельству «Ля Илляха Илляллах». Ты сомневаешься в таухиде? Тот, кто сомневается в таухиде, становится неверующим большим неверием. Тот, кто не сомневается в нем даже на одну долю из ста, такой обязательно должен призывать к нему. Для фетвы – к большим ученым. Однако ты обучаешь людей таухиду, призываешь людей к таухиду, предостерегаешь от многобожия. Это относится к обязательнейшим обязанностям. И желаю разъяснить, что тот, кто в действительности воплощает таухид, обязательно должен призывать к таухиду.